У Салігорску пачаў працу мабільны пункт вакцынацыі ад COVID-19. Ён размясціўся на аўтамабільнай пляцоўцы гіпермаркета «Грын». Зрабіць прышчэпку вакцынай «Спутнік V» могуць усе жадаючыя ў будныя дні з 11 до 19 гадзін. Пры сабе трэба мець пашпарт. В передвижном медицинском комплексе, который был закуплен нам по программе областной, будет работать прививочная бригада. В состав прививочной бригады входит врач общей практики, также входит медицинская сестра. То есть предварительно проводится осмотр пациента на момент выявления противопоказаний для вакцинации. Проводится анкетирование. Пациенту объясняются все медицинские аспекты проводимой вакцинации. И выполняется сама инъекция. Мы будем вакцинировать первым компонентом. Второй компонент должен быть вакцинирован в промежутке 21-60 дней после первого компонента. Мы вакцинируем российской вакциной «Спутник». Это одна из самых эффективных вакцин, которая обеспечивает высокий титр антител. И титр этот сохраняется на протяжении длительного времени. Вакцина прошла все этапы клинического испытания, доказала свою высокую эффективность и высокую степень безопасности. Чем больше жителей нашего города и района вакцинируются, тем проще будет работать медицинским работникам в условиях пандемии, потому что на сегодняшний день мы имеем подъем заболеваемости COVID-инфекцией. Вакцинация не дает 100% защиты от того, что вы не инфицируетесь, но она дает высокую вероятность того, что даже в случае инфицирования инфекция будет протекать либо в бессимптомной форме, либо в легкой форме.